Здание Ульяновского аграрного университета. Под видом обычных студентов они заходят беспрепятственно. Ведут спокойно и ничем себя не выдают. Также незаметно оставляют рюкзаки, в которых находится самодельное взрывное устройство. По легенде учения, террористы напали на сотрудников охраны предвыборного участка и подорвали бомбу. Несколько человек условно убиты, а несколько получили серьезные ранения. В службу безопасности обращаются сотрудники избирательной комиссии. Сотрудникам полиции нанесли множественные ножевые ранения, которые охраняли избирательный участок и оставили заложенное взрывное устройство. Поселок Октябрьский сразу же был введен в режим контртеррористической операции. Помощь последовала незамедлительно. На место сразу же выехали сотрудники спецслужб, Министерства внутренних дел, МЧС и скорые. В учениях задействовали порядка 500 человек. Наша основная задача – экстренно приехать, заблокировать объект террористической угрозы, не дать преступникам совершить преступление на других объектах, то есть минимизировать их возможные противоправные действия, оцепить район, обеспечить безопасность населения, произвести эвакуацию людей, подпадающих под возможное поражение огневых действий преступников. Всех тех, кто находился в здании, срочно эвакуируют. Из-за условного пожара люди на втором этаже оказались отрезанными от выхода. Их снимают с помощью пожарной лестницы. А раненых забирают реанимобили. Благодаря слаженным действиям всех спецслужб, цели и задачи учений были достигнуты. Но подробные итоги подведут уже на следующей неделе на заседании штаба.